What did you just say? The path is clear for us to rule. To rule what? This. Everything. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить интересный Devil May Cry. И у нас на очереди следующая миссия, называется «Конец», «The End». Почему она следующая? Я не знаю, мы убили Мундуса. Что же будет дальше? Демоны повсюду, нам надо как-то убирать этот беспорядок. Посмотрим, как мы с этим справимся. What's happening? Limbo has collapsed into the real world. What was once hidden is now laid bare for all to see. Revolution is in the air. I never believed I'd live to see this day. It's the beginning of the end for the demons. Mankind would be free. Yes. Free from the demons. The path is clear for us to rule. What did you just say? The path is clear for us to rule. To rule what? This. Everything. Virgil. You mean like Mundus? No. No. We'll be nothing like Mundus. We'll respect our subjects, not enslave them. Subjects? He means you. He means humans. I thought we were fighting for freedom. It was his freedom we were fighting for. Not yours. Don't be so simplistic. Humans are frail. They're like children. They need protection. Not just from others, but from themselves. We, you and I, have saved them. You and I saved them? Who else? A human. Cap was useful, but... Useful? Cat saved my life. Cat held out under torture to keep your existence a secret. Cat led us through the tower to Mundus's lair. We would have failed 20 times over if it weren't for her. Listen, if you can't see the chaos that humans will cause, if you don't want the responsibility of protecting them, then stand aside. I'll rule alone. I didn't help you destroy Mundus so that you could take his place. I can't let you do this, Virgil. And I can't let you stop me, brother. Stand aside. Don't do this. Virgil, please. Stay out of this! Uh-oh. Ну да. Вот такой вот конец. Сейчас попытаемся надрать зад Вергилию. Да, я чувствую, это будет сложно. Ну, то, что это будет нелегко, это точно. Ох, ё. Блин, Вергилий, ну зачем так? Ну зачем? Я с самого начала чувствовал вот это... Вот эту нелюбовь к людям и прочее. Ну что это... Хотя не знаю, честно, я... Ну и что? Не знаю, кто тогда будет править? Люди правят... Ну да, в принципе, правильно, да. Вот так получается монархия. Ну, в принципе, она так и есть под видом демократии в нынешнем мире. Ну и чего мне делать с тобой, Вергилий? Как мне тебя атаковать? А, вот так вот. Ты делаешь ошибки. Небольшие ошибки, я скажу. Че это у тебя такое? Эй! Это что за хрень такая? Не смей. Фу, я отразил в него этот мечик. Don't be.
Блин, он... Ах ты сволочь такая! Ты гад такой! На, на, на! Вот так, вот так! Ах ты! Есть! Еще 50%, да, Вергилий? Да что ж такое, собственного брата хочешь убить, ради чего? Ради чего, Вергилий, ради чего это все? Ради чего, Вергилий? Скажи мне, ради чего все это? Ради власти? Ради желания быть круче всех? Ради чего, Вергилий? Давай же, ну наконец-то. Так, ну, блин, что тут? Да, блин, он меня все время вот, вот так. Давай, Вергилий. Время выходить из теней. Да что ж такое-то, а? Ну, еще чуть-чуть, Вергилий. Блин. Блин, эта тень его защищает. Достала меня. Вот так. Промазал. Давай, включай, 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 включай. Ну включай же, включай курок. Блин, как ты достал ты меня, а? Да, наконец-то. Как жаль, Вергилий. Как жаль. Данте, ну, может, не стоило было его, не убивай его. Вразумили мы тебя, Вергилий? Или еще нет? World is under my protection now. You've chosen the wrong side. You're not human, Данте. You never will be.
who you are. You are Dante. Nothing more and nothing less. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот у нас конец Данте. Данте опять в полном смятении. Нам показывают кадры о том, как разрабатывали эту игру. Игра отличная, просто. Мне очень жаль, что такой конец у нас оказался, что все-таки мы разделались с главным злодеем, но не тут-то было. Пришлось сражаться с собственным братом. И теперь он против нас. Как он сказал, ты выбрал не ту сторону, Данте. И я любил тебя. То есть, все позади, к сожалению. И больше Вергилий никогда не будет нашим союзником. Это мне не нравится. Хотя, в принципе, все почему для меня это новинка. Потому что я, конечно, не проходил полностью остальные части. Поэтому для меня все это в новинку, поворот сюжета в новинку. Вот так вот, вот такой вот конец, конечно. Еще раз я повторяю, последнюю битву с боссом я... Почему я знал, что нужно использовать Devil Trigger? Потому что один мой друг мне подсобил своевременным, блин, спойлером. Еще, по-моему, миссии на 16-й. Спасибо ему, блин, большое выражаю благодарность. Но зато мы долго не мучились. И убили... Ну, не... нет, конечно, мы не убили. Мы успокоили Вергилия, так сказать. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. Мне точно понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.